Другим темам. 4 декабря в столице региона состоится международная конференция по перспективам развития ТОСов. Об этом сегодня журналистам рассказала министр по развитию местного самоуправления области Наталья Кадашова. Ожидается, что на мероприятии съедутся до 200 гостей из различных субъектов федерации, а также представители Норвегии и Исландии. Последние, по словам министра, очень заинтересовались опытом развития российской глубинки через территориальное общественное самоуправление. Все, что касается поддержки проектов, инициатив на территории северных стран, там с юридическими лицами строго регламентировано и так далее. Поэтому мы хотим показать свой опыт. А вот мы сделали так, не как у них. Потому что у них тоже есть муниципалитеты, тоже их огромное количество. Правда, там другие полномочия, но все равно. То есть интересно, видимо, представляет интерес, раз они с нами общаются. Всего в области функционирует 800 ТОСов. На их поддержку из бюджета в этом году выделили 12 миллионов рублей. Еще 10 вложил спонсор, одна из крупных нефтяных компаний.